среду на просторах Западной Сибири раскинется империя антициклона, которая обеспечит жителей региона преимущественно солнечной, сухой и жаркой погодой с температурным режимом на 3-4 градуса выше своей климатической нормы. Днем по округу переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха по округу от плюс 21 до плюс 31 градуса. В Сургуте и окрестностях переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-26, в окрестностях города 22-27, выше 0. 26 июня солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.